Алексей Петрович Большаков, тоже из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Москва. Его доклад «Влияние стимуляции медиальной септальной области на экспрессию генов в гиппокампе». Пожалуйста, 15 минут, и потом 2 минуты на вопросы есть. Так. Добрый день, коллеги. Я тоже хотел поблагодарить докладчиков, что меня выбрали для выступления на... не докладчиков, а организаторов, что меня выбрали для выступления на симпозиуме. Сейчас. Если вот очень коротко говорить, да, ну, есть медиатор ацетилхолин, все с ним известны, все с ним знакомы, и в мозге есть много ядер, которые, собственно, посылают проекции по всему мозгу и используют ацетилхолин в качестве основного нейромедиатора. Нас в данном случае будет интересовать, на самом деле, вот эта вот группа ядер, которая посылает основные проекции в гиппокамп. Это медиальное септальное ядро и диагональная полоска Брока. Они на самом деле устроены достаточно сложно. В чем их важность? Эти ядра, они являются, ну, естественно, источником ацетилхолина, и он выступает в данном случае как регулятор процессов памяти, формирования памяти. И эти ядра часто страдают при, ну, всем известной болезни Альцгеймера. Холинергические нейроны в этих ядрах отмирают. Очень часто эти ядра рассматриваются с точки зрения, как бы, их функции. Рассматриваются именно с точки зрения того, что ацетилхолин, который выбрасывается, он является регулятором синаптической функции, выполняет какую-то быструю свою роль, и, собственно, на этом все, собственно, заканчивается. А все основные процессы опосредованы, собственно, глутаматом, ГАМК, и все процессы памяти, собственно, крутятся вокруг именно глутамата. Но, с другой стороны, процессы памяти и запоминания очень часто связывают с экспрессией генов, и в том числе индукцией ранних генов. И у нас, собственно, возник вопрос, а вот если ацетилхолин у нас выбрасывается в процессе поведения, формирования памяти, то он, ну, с одной стороны, играет, конечно, сиюминутную роль, но может ли он выполнять на самом деле функцию индуктора долговременных процессов? И, собственно, вот наши эксперименты были направлены на то, чтобы прояснить, может ли он индуцировать долговременные изменения в виде экспрессии генов. Для этого вот наших, ну, я еще раз напомню, очень коротко, как у нас устроен, где вот, собственно, расположен медиальный септум, да, вот, собственно, гиппокамп. Вот если мы заразим медиальный септум, то у нас его аксоны оплетают гиппокамп, это прекрасно вот видно. И еще раз вернусь немножко к структуре септума. Вот у нас желтенькие – это холинергические нейроны, синенькие – гамкоэргические, красненькие – глутаматоэргические. Они все проецируются в гиппокамп. И очень часто, и в принципе при болезни Альцгеймера, например, у нас наблюдается вот такая ситуация, то есть остаются вот эти две популяции нейронов, а третья исчезает. И в наших экспериментах мы на самом деле тоже использовали этот подход. Мы в одном из наших экспериментов эти нейроны удаляли. Я чуть позже к этому вернусь, очень коротко. А если говорить уже про то, что мы делали конкретно, да, мы крысам под уретановой анестезией вживляли стимулирующий электрод в медиальное септальное ядро, вставляли регистрирующий электрод в гиппокамп. Это очень важный момент. Дальше подавали низкочастотную стимуляцию в районе 0,3 Гц. То есть это очень низкая стимуляция, но она очень часто используется в электрофизиологических экспериментах для регистрации электрофизиологической активности базовой. И дальше мы собирали 4 фрагмента гиппокампа. Это левый, правый и дорсальная вентральная часть каждой из гиппокампов. Дальше сделали обратную транскрипцию и, собственно, с помощью ПЦР смотрели экспрессию ранних генов. Нужно отметить, что есть очень важный момент экспериментальный, который, я, кстати, не знаю, будет здесь сейчас хорошо видно или нет, но, как я уже сказал, мы вживляли регистрирующий электрод в дорсальную часть гиппокампа. Но, казалось бы, на самом деле, вживление электрода – это такой очень маленький фактор, всего лишь 100-микронное повреждение. На самом деле оно оказывает влияние на весь гиппокамп, потому что есть такое явление, как распространяющаяся депрессия. Она в
принципе, про нее чаще всего говорят в отношении коры. Я сейчас вот продемонстрирую, как это выглядит. Ну вот справа видео, его можно найти на YouTube, это как бы публичные данные, не из нашей лаборатории. Вот. Здесь повреждается регион правой коры. Сейчас, да, вот видно. Вы видите, начинает разгораться место повреждения, собственно, это отраженный оптический сигнал. И дальше видно, что волна распространяющей депрессии, она вот потихонечку начинает расползаться по всей коре и доползать до самых затылочных частей. Волна распространяющей депрессии представляет собой электрофизиологическое явление, которое, внутри которого нейроны, участвующие в формировании этой депрессии, они деполяризуются до нуля, то есть полностью теряют свой потенциал покоя. Оно, как явление, очень медленное, то есть это не распространение потенциала действия, а это именно то, что очень медленно распространяется по коре. В наших экспериментах ситуация очень схожая с гиппокампом, то есть мы вставляем туда пишущий электрод, и при этом в ответ на это у нас ткань гиппокампа, она бурно реагирует, там тоже возникает распространяющая депрессия, и мы, собственно, дальше это увидим по экспрессии генов. Теперь, что мы делали в эксперименте чуть более детально? То есть мы вставляли в медиальное фетальное ядро электрод на двух высотах, чуть повыше и чуть пониже, то есть дорсальную область и серединную область медиального септума. Почему это важно? Потому что если мы будем регистрировать электрофизиологические ответы в гиппокампе, то в ответ на стимуляцию верхней части мы увидим прекрасный электрофизиологический ответ. А если мы отпустим электрод чуть ниже, то этот электрофизиологический ответ исчезнет. Дело в том, что вот здесь расположены как раз внизу в основном холинергические нейроны, и выброс ацетилхолина в гиппокампе не вызывает явного синаптического ответа. При этом, если мы будем анализировать экспрессию генов, здесь вот в связи с малым количеством времени я как бы буду показывать на некоторую наиболее типичную картину, что мы увидим. Во-первых, вот если мы смотрим, у нас здесь вот 6 рядов столбиков, да, 3 – это левый гиппокамп, а другие 3 – это правый гиппокамп. Мы, собственно, левый гиппокамп – это тот, который не протыкался электродом, и мы видим, что, собственно, стимуляция в нем не оказывала никакого эффекта. С другой стороны, если мы сравним вот данные вот этих вот двух столбиков, это контрольные животные, которые не стимулировали ничего, но просто вставляли электрод. И прекрасно видно, что там экспрессия раннего гена, в данном случае ИГР1, она подрастает. И это, собственно, результат вот того самого, той самой распространяющей депрессии. Если же мы посмотрим уже внутри этой области, да, в которой была распространяющая депрессия, то мы увидим следующее. Первое, что электрофизиологический ответ у нас тут есть в гиппокампе, но при этом изменения экспрессии гена никакого нет. С другой стороны, если мы стимулируем более низкую область, да, как бы, то у нас там изменения экспрессии как раз есть. То есть мы на самом деле вот этой вот корреляции, что у нас обязательно должна быть электрофизиологический ответ и ответ по ранним генам, ее нету. Мы можем действительно с помощью индуцирования выброса ацетилхолина первое как бы увидеть изменение экспрессии генов, и с другой стороны, как бы нам даже не очень-то обязательно, чтобы было какое-то явное электрофизиологическое событие, которое мы могли бы зарегистрировать электродом. Но, однако, нам было интересно все-таки, если у нас это такой не очень физиологическая стимуляция, и мы видим ее эффект только на фоне волны распространяющей депрессии, может быть, мы можем дать более физиологичный стимул и увидеть что-то более вразумительное в гиппокампе. Соответственно, в следующем нашем эксперименте мы вживили еще один электрод в вентральную гиппокампальную комиссуру, в которой, собственно, состоит из аксонов области CA3, и, соответственно, мы таким образом стимулировали коллатерали Шафера, чтобы увидеть изменения в эффективности синаптической передачи именно внутри гиппокампа, но индуцировали долговременную потенциацию высокочастотной стимуляции именно медиального септума. Это хорошо известно, что так можно сделать. То есть мы индуцировали долговременную потенциацию в гиппокампе стимуляции септума, ну и, собственно, дальше мы собирали те же самые области и выполняли ту же самую работу. Что мы увидели? Мы увидели, что, первое, если мы стимулируем ту самую область,
медиального септума, которая вызывает вот хорошо видный электрофизиологический ответ в гиппокампе. Если мы ее стимулируем просто очень кратковременно с помощью высокочастотной тета-стимуляции, которая подобна той тета-ритмической активности, которая наблюдается в принципе в норме у животных во время поведенческих актов, мы можем видеть, что применение такой электрофизиологической стимуляции, да, приводит к индукции долговременной потенциации в гиппокампальных синапсах. И при этом, вот если мы сделаем такой трюк, что мы удалим холинергические нейроны и попробуем постимулировать, выясняется, что сразу долговременная потенциация исчезает. Можно сделать еще и по-другому, мы тоже это сделали. Мы оставляли холинергические нейроны интактными и инъецировали блокаторами 1 ацетилхолиновых рецепторов, и это тоже предотвращало развитие долговременной потенциации. То есть как бы эта долговременная потенциация, она точно ацетилхолин зависимая. А что же у нас теперь происходит с экспрессией ранних генов? Во-первых, как бы вот, как я уже говорил, мы делили дорсальный и вентральный гиппокамп, и в предыдущем эксперименте это было не очень существенно. Там ответы были везде очень схожие. А здесь же, на самом деле, некоторый элемент разницы был. Он заключался в следующем, что если мы возьмем вот дорсальный гиппокамп, да, вот он показан слева, то мы фактически эффектов стимуляции здесь никаких не видим. И эффектов удаления холинергических нейронов, это вот крайние столбики, и их тоже нету. И единственный эффект, который явно виден, это эффект волны распространяющей депрессии. Ну, собственно, не очень интересно. А если мы посмотрим вот вентральную часть гиппокампа, то мы здесь увидим следующее, что первое, вот эффект волны распространяющей депрессии, он тоже здесь, естественно, есть, он наблюдался в предыдущих экспериментах. Эффекта стимуляции и удаления холинергических нейронов нету. А вот если мы посмотрим на собственно, тот гиппокамп, только вентральная его часть, которая не была повреждена, то мы здесь увидим в явном виде, первое, эффект стимуляции, то есть у нас ранние гены растут. Второе, если мы удаляем холинергические нейроны, то у нас это предотвращает, собственно, индукцию ранних генов. Но тут важно ответить один очень важный момент, что если мы вот здесь будем не удалять холинергические нейроны, а блокировать М1 рецепторы, то есть электрофизиологически это вызывало один и тот же эффект. У нас исчезала долговременная потенциация. То на уровне экспрессии генов это было не так. Удаление холинергических нейронов оно предотвращало этот эффект, а блокада М1 холинорецепторов, при блокаде М1 холинорецепторов этот эффект не наблюдался. То есть, грубо говоря, у нас экспрессия ранних генов, она все равно происходила. То есть есть на уровне экспрессии генов у нас есть как бы такая диссоциация, что с одной стороны мы можем индуцировать долговременную потенциацию, и у нас это сопровождается экспрессией ранних генов. Но на самом деле мы можем ее даже заблокировать, долговременную потенциацию. Но при этом у нас ранние гены, часть, по крайней мере, ранних генов, будет все равно продолжать экспрессироваться. То есть нейрон на самом деле чувствует, что к нему пришла определенная стимуляция, и даже синаптические изменения, если не будут произведены, нейрон все равно это почувствует. Ну, соответственно, как бы в этом, наверное, на этом мой заклад закончен. Мне хотелось бы поблагодарить людей, которые вместе со мной участвовали в выполнении этой работы. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Петрович. У нас есть время на один вопрос. Если никто не хочет, можно? Да, вот. Есть. Вот там есть. К микрофону, пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад. Хотела бы уточнить, а какой-то гистологический контроль был постановки электродов? Всегда ли вы попадали в одно и то же место, когда отводили или стимулировали? Когда отводили, ну, регистрирующий электрод, да, конечно, это все было видно. И когда мы писали, собственно, от медиального септума, вы имеете в виду стимуляцию, да, мы делали, но я честно скажу, не у всех животных. То есть как бы мы брали просто часть животных и, естественно, проверяли. Но вот абсолютно всех нет, не проверяли. Спасибо. Ну и у нас еще один короткий вопрос тоже.
Спасибо большое, Алексей Васильевич. Я просто уточняющий вопрос. А вот электроды сами что собой представляли? Это какие-то коммерческие или вы как-то сами? Не, это самодельные никель-хромовые электроды, витые. Понятно, просто. Спасибо.